С 1 января 2018 года все многодетные семьи в Чувашии будут получать ежемесячные выплаты на третьего и последующих детей. Владимир Путин внес изменения в указ о мерах по реализации демографической политики Российской Федерации. Выплаты многодетным семьям – тема не новая. В Чувашии с 2013 года при рождении или усыновлении третьего и последующих детей их ежемесячно получали семьи, в которых доход был ниже среднедушевого денежного дохода населения республики. В 2016 году Чувашия перестала соответствовать критериям софинансирования из-за хороших демографических показателей, поэтому программа прекратила свое действие. Главой республики не раз поднимался вопрос о целесообразности пересмотра коэффициентов по отношению к регионам, для того, чтобы можно было возобновить вопрос софинансирования. Михаил Васильевич не раз встречался действительно на федеральном уровне, поднимал данную проблематику. И на сегодняшний день результатом является то, что Чувашская республика с 2018 года включена в данную программу. И более того, если говорить о цифрах, уже приблизительно около 8,5 тысяч детей будут получать ежемесячное пособие. Стёксовы – дружная и многодетная семья. Пока папа на работе, девочки помогают маме по хозяйству, а в свободное время играют в любимое лото. Мама не нарадуется, растут настоящие помощницы. Совсем скоро в семье ожидается пополнение. Всегда хотела с детства иметь троих детей. Но получается еще я даже четвертого теперь жду. И опять, наверное, девочка. Дополнительная ежемесячная помощь в размере 8 тысяч рублей многодетной семье будет как раз кстати. Несколько лет назад Стёксовы уже получили от государства земельный участок. На нем они планируют построить собственный дом. Если это будет, то очень хорошо, я буду очень рада. Тем более сумма хорошая. Пособие будет выплачиваться из федерального и республиканского бюджета до достижения ребенком трехлетия. Татьяна Филатова, Дина Кустова, Сергей Адушкин, Республика.